Приветствую вас на моем канале. В этом видео я хочу вам рассказать, как сделать рамку страницы в Microsoft Word. Ну а теперь предлагаю приступить сразу от слов к делу. Итак, для того, чтобы сделать рамку вокруг страницы в Microsoft Word, вам нужно перейти на вкладку «Дизайн». Далее в этой вкладке нужно найти пункт меню «Границы страницы». Он находится в правом верхнем углу. Здесь выбираем пункт «Рамка». Здесь вы можете выбрать, благодаря вот этим кнопочкам, где у вас будет рамка. То есть вы можете сделать только слева, справа, снизу. Либо только по бокам. Либо только сверху, снизу, чтобы у вас рамка была. К примеру, вы хотите сделать рамку со всех сторон. Активируем все четыре кнопочки. Далее выбираем тип рамки. Какую линию вы хотите? Сплошную. В виде точек. В виде пунктира. В виде пунктира с точками. Вот в таком виде. То есть много различных вариаций. Выберем, к примеру, двойную линию. Давайте выберем цвет. К примеру, оранжевый. Также можно выбрать толщину линии. Выбираем 2,25 пункта. Можно сделать рамочку в виде вот таких рисунков. То есть у вас будет не пунктир, а какой-нибудь рисуночек. И тут выделяем, куда вы хотите эту рамку установить. На весь документ. К конкретному разделу. Это если у вас документ разделен на оглавление, то тогда вы можете к конкретному разделу сделать рамку. К этому разделу только к первой странице, к этому разделу, кроме первой страницы. Выберем ко всему документу, нажимаем. Видим, что у нас установилась оранжевая рамка, двойная. Давайте проверим, к примеру, поставим рамочку другого типа, к примеру, волнистая. Видите, теперь она у нас сразу применяется в окошке образца. Иногда Microsoft Word не показывает по каким-то причинам, бывают сбои, но обычно он показывает в окошке образца, как будет выглядеть. Делаем волнистую линию зелененького цвета с толщиной 1,5. Окей. Видим, что у нас установилась подобная рамочка. Надеюсь, я помог решить вам ваш вопрос, и теперь вы знаете, как сделать рамку в Microsoft Word. Всем спасибо за внимание, рад был вам помочь.